Представляю двух своих дядей, Гребеневых, Аркадия, двоюродные братья, участвующие в войне. Один погиб в 19 лет, став Героем Союза в 19 лет. Второй прошел всю войну и пользовался благами достижения мира. Пусть будет мир на всей земле. Вот, это очень Гребенев Аркадий Дмитриевич. А у Дмитрия брат Филимон. Гребенев Аркадий Филимонович. Представителю администрации президента Чехии Милоша Земана. Прошел всю войну и освобождал Чехию, в том числе Чехословакию. За что получил чешский крест. Военный крест. Чешский военный крест. Вот кого я представляю.